Из крошечных фрагментов цветной ткани мастера лоскутного творчества создают потрясающие полотна. Эти работы объединил фестиваль «Лоскутная мозаика России». В этом году Биеннале, выставка, которая проходит раз в два года, разместилась на 6 площадках региона. Областной дом художника стал одной из них. Ивановцы смогут оценить более 430 панно, авторами которых стали творческие коллективы из 53 российских городов. В этом году мы делаем большой акцент на популяризацию этого фестиваля среди населения города Иваново. Всегда считалось, что этот фестиваль – это удел экспертов, да, то есть экспертов декоративно-прикладного жанра. Некоторые даже называли его скучным. Но хочу сказать, вот глядя на эти работы, они не скучные, они действительно интересные, они развивают воображение. Кроме того, здесь действительно представлены работы высокого качества. На суд экспертов и зрителей представлены лучшие полотна, отобранные выставочной комиссией. Почти все картины коллективные. Над каждым полотном трудится группа мастеров, причем крупные создают более года. Определенной темы у выставки нет. На панно представлены причудливые узоры, бабочки, птицы или цветы. Чтобы передать это, конечно, нужно умение. И вот это увидеть, это, я считаю, праздник для меня и для окружающих. Увидеть лоскутную мозаику смогут не только ивановцы, но и жители Родников, Шуи и Фурманова. В этих городах организаторы фестиваля также разместили конкурсные работы. Официальное открытие выставки назначено на 9 июня в зале областного художественного музея в 15 часов. Максим Серебряков, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.